Это история о последнем дне моей жизни. Юджин! Да шучу я! Это был мой счастливейший день! Наша свадьба. Самая большая пирушка за всю историю королевства. Всем не терпелось поглазеть на меня? То есть на нас? Все было идеально, так как я всегда об этом мечтала. Да, все было идеально. Ну вот, опять испортили мне нос! Это был волшебный день, и все шло именно так, как мы планировали. Ну, почти все. Ух ты! Ух ты! Ого! Возлюбленные мои, мы собрались здесь сегодня, чтобы соединить Рапунцель с узами священного. Доживут они отныне вместе, как муж и жена, в мире и согласии. А теперь кольца! Это свадебные кольца моей бабушки! Королевству конец! И взаимоуважение, с которым они идут по жизни, проистекает из любви и дружбы, а также Божьего участия. Союз. Жить в согласии, чистоте, мире, любви. Сигнал! Выпускай! Голуби! Давай фонарики!
согласии. А теперь кольца. Я объявляю вас мужем и женой. Поцелуйтесь. С днём рождения! Так, кто хочет кусок торта?